Всем приветики, кексики! Вы попали на мой канал, я вас рада видеть. Именно сегодня мы вместе с вами проверим лайфхаки с вот таким вот прозрачным толстым скотчем. Думаю, многие его видели в рекомендациях, он уже просто сейчас повсюду. Мы проверим самый обычный способ с феном, где надо надувать, и будет такое, как шарик. Дальше будет у нас с вами сквишек. И третий лайфхак, это какая-то такая штучка. В общем-то, потом сами все увидите. Сразу говорю, я покупала его в фикс прайсе, по-моему, за 77 рублей. Точно не помню, я вам тут сейчас напишу. Но вы его также можете заказать на Валбересе, либо же на Озоне или в другом интернет-магазине. Но мы не будем томить и начнем. Думаю, давайте начнем с самого легкого и сделаем сквишек. Также, конечно же, берем этот скотч, из чего мы сегодня с вами все будем проверять. Итак, отматываем. Так, ну давайте примерно отрежем вот так вот. Будем делать с вами квадратик, ну, то есть кубик. Таким образом и делаем еще 5 таких заготовочек. Так, я это уже сделала, не знаю, видно вам, либо же нет. Итак, и теперь их аккуратненько совмещаем таким образом. Так, хорошо, тут подклеиваем. Так, давайте у нас с вами будет тут вовнутрь. Так, тут. У нас будет вот так вот. Хорошо, также прижимаем. Так, приклеиваем дальше. Главное, чтобы вот эта вот липкая сторона была внутри. Так. Можно, кстати, этот кубик сделать прозрачным, поэтому мы берем это и приклеиваем сюда. Но у нас с вами будет сквишек, и поэтому мы с вами берем вату, либо же синтепон, и кладем сюда. Итак, я буду использовать вату. Итак, берем комкаем и кладем ее вот сюда вот. Примерно так. Даже можно чуть поменьше, но мне кажется нормально. Так, берем верхушечку, тут липкая сторона снизу, и склеиваем. Так, и хорошо прижимаем. Еще раз хорошо пройдемся по другим сторонам. Кстати, чтобы все было щик-блеск, то есть у нас с вами ничего не отклеивалось, мы с вами берем кусочек скотча, приклеиваем сюда и склеиваем. И так со всех других сторон. Кстати, в этом даже есть еще один плюсик, потому что, смотрите, у нас, например, эта штучка не внутри, да, и сюда все равно будет приклеиваться грязь и все такое, и как раз мы скотчем заклеим, и все будет чистенько. Еще, кстати, не будет сдираться вот эта вот защитная пленочка. И я считаю, что этот лайфхак полностью работает. Мне даже кажется, эти сквишки более прикольные, чем обычные. Еще также для красоты можно, не знаю, тут что-то нарисовать, наклеить, приклеить отдельно. И все такое. Если раскрашивать, то внутри, конечно же, чтобы это потом не стерлось. И не обклеивать еще раз скотчиком. Так, мне кажется, прям вау, очень круто. Кстати, если же вы хотите, чтобы тут было все равно прозрачно, можно взять обложку, разрезать на маленькие кусочки и положить сюда. Я такие делаю обычные сквишки. Можете посмотреть туториал. Ну, кстати, до того момента, как этот скотч набрал популярность, я делала вот такой вот из него сквишк. Также можете посмотреть туториал, тут вот вверху в подсказочке он будет. Либо же можете просто поискать на моем этом канале, если я не оставлю тут. Вот такой вот тоже прикольный сквишк. Начало уже хорошее, двигаемся дальше. Я таким же способом решила сделать только сердечко. Только тут я уже добавила синтепон. Мне кажется, очень круто. Пишите в комментариях. Итак, и следующее, что мы с вами сделаем, это как вот такая штучка, которую надо будет выдавливать. Окей, давайте попробуем. Для этого также берем этот наш с вами скотчик. 竹轮捏捏的制作教程，3厘米宽度纳米刀就可以，对于制作成圆形、边边一定要捏紧，将这样就可以。再剪出一小节做底座，边边一圈也要捏紧。倒入麻麻用的洗洁精，削好看再来两两片，再剪出一节椭圆两片，这样可以使我们的竹轮更好看。我撕掉后把它卷起来，两边修剪平整，里面的小竹子做好了，小竹上涂点洗洁精，方竹纳米胶中，再剪出一节开始封口，修成圆形的更好封口。我撕掉，两边都封口捏紧。 封好口后，用透明胶带当外围，这样我们的竹轮捏捏的不会太粘手。
Итак, там показано то, что мы берем, конечно же, скотчик, делаем вот так вот и скручиваем. И отрезаем. Главное, чтобы у нас с вами эта дырочка была не такая уж и маленькая. Затем там показывается то, что надо сделать дно, то есть вот этот вот низ, так, и отрезаем. Так, наливаем водичку и насыпаем блесочки. Кстати, блесочки это не обязательно, но окей, давайте их добавим, чтобы было все очень красиво и магически. Давайте побольше блесочек. Вот, мне кажется, так нормально. Потом мы с вами, думаю, это все перемешаем. Так, сейчас давайте возьмем эту водичку и сделаем вот так вот, чтобы у нас с вами ничего это не склеилось. Вот как раз и блесочки, да, будут. Вот. Кстати, благодаря блесочкам тут тоже это все вот так вот не склеится. Так, затем это мы убираем аккуратненько в сторонку, чтобы ничего не разлилось там. И дальше, как я поняла, нам с вами надо сделать какую-то вот такую вот как штучку. Так, думаю, так и отрезаем. Кстати, я чуть не забыла про блесочки, я буду использовать вот такие вот. Да, я, кстати, легко раскрутила, если у вас не получается, то значит не судьба. Так, блесочки, блесочки, вот так вот делаем. И дальше закручиваем. Так, ну и тут давайте склеим обычным скотчем. Берем блески только. И склеиваем. И теперь отрезаем примерно вот так вот. Итак, теперь на пальчик наносим водичку и смачиваем тут и тут, чтобы она у нас потом не приклеилась. Так, затем кладем сюда, вроде как я поняла, да? Ну, вроде бы, да. И теперь накрываем вот так вот. Также отрезаем. Оказывается, эту воду нужно было выливать, потому что, смотрите, она будет проливаться, тут она не будет клеиться. Поэтому я приклеила другую штучку. Итак, опять-таки засовываем сюда, накрываем такой штучкой, снимаем вот эту вот защитную пленочку. Так, где она? Так. И аккуратненько таким образом приклеиваем. И тут также снимаем и приклеиваем. Что-то вроде как у меня получается или нет, я не понимаю. Теперь мы это все таким образом обклеиваем скотчем, потому что тут у нас все липкое. Я, кстати, знаете, наверное, что поняла, то что тут надо было просто снять эту защитную пленочку. Вот видите, я это и сделала. И тут я еще, кстати, добавила синий типончик. И потом, если мы с вами будем так делать, да, играться, то оно у нас с вами, вот видите, достается, и можно делать и так. Мне кажется, если была водичка, было бы получше, да, но просто она потом протечет. И да, и было бы как-то не очень хорошо. Потому что это все по-любому когда-то протечет. И я просто не хочу так делать. Но вы можете попробовать с водичкой. Может быть, так получше. Да, кстати, когда мы с вами вот эту вот штучку снимем, да, защитную пленочку, тут будет полегче вот это вот все склеивать. И то я тут потом еще склеила обычным скотчем. Чтобы прям все было идеальненько. Так, где у нас тут эта штучка? Вот она тут. Так, давай высовывайся. Ой. О, смотрите, как это странненько, да, что-то. Уи. В общем-то, вот такая вот прикольная или неприкольная штучка, судите сами, я не знаю. Я ей поставлю 5 из 10, думаю. Ну, кстати, тут, смотрите, я так делаю, она надувается. Так как лайфхак с надуванием. Во, кстати. Ну, поэтому я не знаю, какую оценочку поставить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что по этому поводу считаете вы. Но если так, вот, кстати, у меня даже прям так получается сделать, как там. Пишите. И закончим мы с вами самым популярным, где из такого скотча делают, как надувают шарик. Так, берем наш с вами скотч. Конечно же. И также нам еще нужна будет трубочка. И отрезаем примерно где-то вот так вот. Вот это нам не нужно, а это оставляем. Итак, отматываем скотч, берем нашу с вами эту трубочку, вставляем вот сюда, вот примерно так. Посерединке. Давайте у нас с вами будет вот такой вот шарик, да? Так, делаем так и отрезаем лишнее вот так. Так, смотрите, тут вот так вот хорошо приклеиваем и снимаем вот эту вот защитную пленочку. Таким образом. И теперь мы с вами делаем феном горячую воду. И надуваем.
И, к сожалению, самый такой популярный лайфхак не работает, где с трубочкой и надуванием. Не знаю почему, напишите, пожалуйста, в комментариях. Хотя мы с мамой даже делали вот так вот. Ну, конечно же, тут оставалось вот так вот место, чтобы можно было надуть. Я не знаю, почему так не получилось. И мы пробовали где-то 3-4 раза. Я и моя мама, но, как видите, ничего вообще не получилось. Напишите в комментариях, из-за чего. Может, есть какой-то лайфхак, я потом проверю. Будет, кстати, вторая часть. Ждите. Но мое видео подошло к концу, и надеюсь, что оно вам понравилось, потому что сегодня мы вместе с вами проверили лайфхаки с этим популярным скотчем и узнали, какие работают, а какие нет. Вот со сквишками это вообще просто топчик. Я ставлю 9 из 10. Не 10, потому что тут скотч, да, он все равно может как-то отклеиваться. Поэтому 9 из 10, так вообще просто классно. Ну, тут, кстати, он вообще... Тут 10 из 10, да? Кубика, тут 9 из 10. Ну, возможно, тоже 10 посмотрим. Этому ставлю 5 из 10. С надуванием, где с трубочкой вообще 0 из 10, конечно же. А вот этому все 10 из 10, потому что, ну, это просто шик-блеск. Обязательно посмотрите на этот антистресс-туториал. Также лайфхаки пишите мне в комментариях, и я проверю во второй части. Всем пока-пока, до следующих видео. Вы мои самые лучшие, бай-бай. Всем приветики, кексики! Вы попали на мой канал, я вас рада видеть. Это вторая часть, где мы с вами будем проверять лайфхаки из вот такого вот популярного двухстороннего скотча. Он у меня так выглядит, покупала я его в фикс-прайсе в разделе, где там инструменты и все такое, там еще, по-моему, для машин что-то. В общем-то, ищите в том разделе, а не где канцелярия. Я, кстати, о нем уже знаю давно, и до популярности дела сквишк можете посмотреть. Мы сегодня с вами попробуем лайфхак, как же все же надуть пузырик, будет два лайфхака. Также мы еще с вами попробуем повторить ту штучку, она наподобие той, которую мы тогда делали, но ничего страшного, мы попробуем еще из чего-нибудь другого. И также еще один прикольный антистресс, который я еще не делала. Еще смотрите, что я делала из этого скотчика, это вот такой вот Simple Dimple. Ну, вот это же, конечно же, не скотчик, а толстая обложка. Также туториал вы можете посмотреть на моем YouTube этом канале. Вот тут вот вверху в подсказочке. Либо же просто посмотреть, если я не оставлю. Но мы не будем томить и начинаем! Итак, и самый первый лайфхак мы с вами, конечно же, попробуем, чтобы надуть наш с вами пузырик. Просто у многих не получается. Кто-то говорит, что слишком толстый скотч. Окей, сейчас мы все узнаем. Также берем, конечно же, отматываем все по стандарту. Делаем так и отрезаем. Так, и аккуратненько тут с вами прижимаем, чтобы не попадал воздух. Да, и, кстати, смотрите, чтобы тут у вас было место, то иначе пузырик не получится сделать. Так, мы так все с вами хорошо приделали, и теперь аккуратно снимаем защитную пленочку, которая у нас тут с вами есть, вот. Ой, так оделась, ничего страшного.
Хопан-хопан. А, она электризуется. Так, давайте опять-таки пройдемся тут хорошенечко так. Хопа-хопа-хопа, ну вроде бы все хорошо. Так, тут пространство есть, это тоже главное. Так, ну а теперь берем фен и греем горячим воздухом. Так, теперь делаем так. Быстро убираем. А, он у меня сдулся. А ну хотя, ну в принципе, вот так вот как-то получилось уже хоть что-то. Кстати, надо греть на все мощности где-то примерно целую минуту. Ну, не знаю, у меня он толстый или нет, но мне кажется, он достаточно такой толстый. Моя мама говорит, в смысле вот эту вот резину надуть? Да, ну в принципе это возможно, да, вот как вы могли увидеть, но только там надо, не знаю, очень сильно вот так вот надувать. В общем-то это очень сложно, но в принципе лайфхак уже работает. Я поняла, это надо вот так вот растягивать, чтобы было прям очень много там внутри места, то есть... воздуха, чтобы надавать. Думаю, вы поняли, да? Чтобы не прям так все было заклеено. Так, ну а мы переходим дальше. Опять-таки пытаемся надуть этот пузырик уже вторым лайфхаком. Кстати, я еще нашла один лайфхак, чем можно надуть. Поэтому, если вы хотите третью часть, то пишите в комментариях, и я проверю и придумаю свои способы что-нибудь сделать из этого скотчика. Ведь я еще себе купила. Так, для этого мы берем так и отрезаем примерно вот так вот. Ну, примерно как-то так, тут, в принципе, не принципиально ровно, либо же нет. И теперь нам надо сделать еще 5 вот таких вот квадратиков. Итак, и теперь из этого всего нам с вами надо склеить кубик. Для этого мы берем так, склеиваем. Так, кстати, вот это вот то, что липко внутри. Ну, хотя, да, внутри лучше. Так. Так. Хорошо, тут также. Цепляем. И теперь насыпаем сюда блесочки. Итак, я принесла. У меня будет такая шоколадная крошка. Кстати, она не настоящая. Дальше вот такие вот серебристые блесочки. И также еще вот такие вот желтые пенопластовые шарики. Да, в лайфхаке там было с пенопластовыми шариками, но тут, в принципе, без разницы. Так, это, кстати, моя старая добавка. Я еще помню, я, наверное, 3 года, как уже я раньше про слаймы, помню, снимала. Ой. Она перевернулась! Я просто сыпала. Никуда, ладно, окей, сыпем дальше. Так, давайте столько. Так, теперь насыпаем блесочки. Опачки. Так, и давайте вот такие вот пенопластовые шарики. Давайте столько будет достаточно, думаю. Итак, снимаем аккуратненько наши с вами все защитные пленочки со всех сторон. Так, не липнем, можно также, не знаю, как-то вот так вот сделать. Это все, чтобы не склеилось, так на всякий случай, эти добавочки, так. И снизу тоже. Я также думаю, наверное, еще добавить вот таких вот штучек, кругляшочков. Давайте их прям все. Вот так. Отклейся, пожалуйста. Так, это все собираем сюда. Так, берем вот эту вот нашу сами верхушку. Сдираем защитную пленочку. И приклеиваем вот сюда, вот наверх. И также хорошо везде так делаем. Со всех сторон. Так, ну окей, это уже мы не будем сюда засовывать. Так, хорошо тут везде так делаем. Прям очень хорошо, потому что иначе у нас не получится сделать пузырек. Так, давайте, например, тут мы с вами будем дуть. Берем трубочку. Так, ну вот, у меня старая, окей. Без разницы туда. Так, хопочки. Делаем вот так вот.
Хорошенько еще раз заклеиваем, еще раз везде проходимся, потому что это очень важно. Кстати, смотрите, тут у меня случилось такое небольшое ЧП, потому что тут у меня расклеилось, попали блестки. Так, поэтому я тут приклеила такую как запланочку, закладочку, короче, в общем-то, такую штучку. Да. Хорошенько опять сцепляем. И теперь дуем феном где-то примерно минуту, на всей мощности ставим фен. Если вы также маленький, то обязательно попросите помощи у взрослых. Итак, и теперь дуем. Почему ты не дуешься, м? Ну, а если же у вас не получилось, как у меня, где-то продувать, то просто вот так вот открываем, кладем сюда, не знаю, синтепон, либо же что-нибудь, и у нас с вами получится сквишка. И вот, в принципе, как обычно, сделаешь за кадром, получится, может быть, даже и из маленького получится. В общем-то, вот, у меня это все получилось здесь, потом просто надо убирать эту трубочку аккуратненько, потом она тут останется, ничего, потом ее как-то вот так вот достать, и у нас получится вот такой вот пузырик, надо дуть не прямо вот так вот, а так вот. То есть не в себя выдувать, а именно остановиться. Ну, таким вот образом как-то должно быть, да, и, в принципе, вот такой вот шарик получился, поэтому лайфхак, мне кажется, с этим больше работает, тут меньше шансов то, что это все склеится. Да, я, как обычно, решила еще раз проверить, и вот у меня получилось только без блесток, потому что я тут очень все хорошо склеила, и поэтому у меня все получилось. И вот такой чубзик получился. Ура, хоть что-то получилось у нас. Итак, и предпоследний лайфхак заключается в том, что нам надо взять как такой туннельчик, да, и тут будет одна вот такая штучка, которая будет так туда-сюда, туда-сюда. Даже помню, раньше был такой как антистресс, наверное, да, далеко не из-за этого. Но тут у нас с вами было с водой, с блёстками, и как-то не очень получилось, поэтому давайте попробуем по этому. Тут, в принципе, почти то же самое. Окей, отматываем скотчик. Давайте тут у нас с вами будет побольше места, чем тогда, и, например, будет где-то вот так вот пространство такое, и отрезаем лишний скотч. И сдираем тут защитную пленочку. Чтобы потом тут хорошо сцепить. Так, делаем так, и склеиваем. Так, хорошенечко прижимаем, как обычно. Вот так у нас с вами пока получается, мне даже кажется, какая-то большая штучка немного, но ничего страшного. Так, теперь мы с вами берем дальше этот же скотчик и так примеряем и примерно отрезаем вот так вот. Также тут стираем эту защитную пленочку. Так, и приклеиваем примерно вот так вот. Хопа. Так, тут у нас будет хопа. Приклеиваем, и это тоже сюда хорошенько приклеиваем. Так, хорошо, опять-таки склеиваем, потому что потом у нас ими не получится склеить. Тут, кстати, написано многоразовая эта штучка. Она вообще предназначена этот скотч, чтобы какие-нибудь там, не знаю, фотографии приклеивать, там, что-то для склеивания ванны, хотя нет. Но я помню так, а, нет, это для склеивания для ванны, это присоски. Ладно, ну вот, для чего-то такого, чтобы вешать что-то. Типа ковер сделать тогда, прицепить. Так, вот все мы с вами сделали. Теперь мы берем скотчик. Ну, у меня, например, будет вот этот вот оставшийся кусочек. Итак, сдираем также защитную пленочку. Так, где-то ищем ее. Оно просто электризуется. Так, и склеиваем, складываем вот в такую как трубочку. Хопа. Так, теперь берем водичку и делаем так, чтобы она не липла. Так, ну, вроде бы все хорошо. Так, теперь берем водичку и делаем так, чтобы не липло тут. Также вот так вот проводимся пальчиком. И тут внизу тоже. Берем также скотч, делаем так и отрезаем. Я также уже сняла эту защитную пленочку. Берем эту нашу сами штучку, кладем сюда. Так, и накрываем. Так, опа, опа, и склеиваем хорошенько. Да, кстати, смотрите, главное, чтобы тут еще был воздух. Типа как такой антистрессик, и тут вот эта вот штучка. Ее также, кстати, можно, знаете, как делать? Вот так вот.
тоже, как мне кажется, хорошенький такой антистрессик, да, то, что она у нас так не делает, это да, не знаю, какой там подвох, наверное, это чтобы было тут побольше воздуха, сейчас я попытаюсь еще сюда его запустить. И так, кстати, получилось. В общем, на такой антистрессик у меня не получилось сюда еще добавить воздуха, поэтому можно, кстати, просто вот так вот перебирать этот антистресс, это тоже как антистресс, да. Вот, и вот так вот, конечно же, тоже получится вверх. Такая вот прикольная, наверное, штучка. Можно было, кстати, вот эту вот саму внутри сделать потолще. В общем-то, смотрите, судите сами. Ну, вот так у меня получилось. Я не знаю, я поставлю, наверное, оценочку 7 из 10, потому что не то, что должно было получиться. Так-то, в принципе, оно и так может делать, да? И вот так вот, и вот так вот. Поэтому я даже не знаю, какую поставить оценку. Поставьте, пожалуйста, в комментариях вы. И следующий способ будет просто вау. Его, кстати, по-моему, нигде нет. Я его уже проверила. Я в Лайке сделала вот такое вот, как сердечко. Кстати, мой аккаунт в Лайке называется также Арина Пейпер. Там у меня почти 100 тысяч подписчиков. И для этого мы, конечно же, берем наш сумискотчик, отматываем и отрезаем примерно вот так вот. Можем, кстати, взять фломастер и на вот этой вот пленочке, так скажем, на нелипкой стороне нарисовать, например, арбузик. Вы можете что-то другое. И вырезаем. Таким образом, теперь берем скотч. Так, делаем, чтобы тут была нелипкая пленочка и тут пленочка. Прикладываем, обводим и вырезаем. Так, теперь берем маркеры и раскрашиваем на вот этой вот липкой стороне. Так, вот вам асмрчик. Вот вам такая залипашечка. Если вы залезли за линию, то просто берем, например, зелененький цвет. Это у меня зеленый, так делаем. И все, и оно исчезает, как будто бы ничего и не было, все ровно. И такие арбузики у меня получились. Вот смотрите, как они переливаются даже. И теперь берем каждый из них, разрезаем напополам. Главное, чтобы было ровно. Отрезаем такой кусочек скотча. И приклеиваем, так, смотрим, у нас тут такая липкая сторона на липкую сторону. Примерно так. Так, затем берем так, приклеиваем. И лишнее тут отрезаем. Снимаем защитную пленочку. Так, аккуратненько. И приклеиваем вот это липкой стороной, так, липкая сторона. Так, и тут вот так. Лишнее все так же можно подрезать, но мне кажется, мне ровненько. Тут можно было бы, но мне кажется, это красиво. И вот растягиваем, и наш антистресс готов. Такой вот арбузик. Но, кстати, потом сама вот так вот форму придает обратно. И вот такое вот сердечко. Мне кажется, почему-то сердечко покруче растягивается, я не знаю. Ну, кстати, говорят, по-моему, то, что вот этот вот двухсторонний скотч из Фикспрайса, он потолще, чем, например, из Озона или с Валбриса. Мне, кстати, арбузик чем-то напоминает слайм. Ну, серьезно, как будто бы вот есть такая штучка, антистресс, засовываешь туда слайм, и вот. Слаймик. Мне кажется, это самый прикольный способ и лайфхак. Ну, а мое видео подошло к концу, надеюсь, что оно вам понравилось. Да, кстати, вот этот вот шарик, он, конечно же, сдулся. Тут, смотрите, такое миленькое, маленькое сердечко. Вот, да, оно потом все равно сдулось, поэтому, мне кажется, вот шарик, ну, просто ради, так, интереса, развлечения, да, ради прикола надуть. Вот такой вот антистрессик у нас с вами получился. Ну, не знаю, как по мне, так себе. Вот это вот у нас не получилось, сюда надо что-то добавить, либо же можно также мякоть, да. Это должен был быть тоже этот шарик, но он бы все равно бы потом сдулся. Поэтому я не вижу смысла делать шарики, да. Еще вот такой вот сквиш, это из прошлой проверки лайфхаков. И еще вот такой вот, который я делала до популярности этого скотча. Можете также посмотреть туториал. Мне вот серьезно очень нравится вот это вот сердечко и арбузик. Вот арбузик, мне кажется, что тут оно так сливается, вот так вот красиво. Вот в чем прикол. Но сердечко, оно как-то полегче растягивается. Всех вас люблю, пока-пока, до следующих видео, вы мои самые лучшие, бай-бай.